Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Сейчас я реагирую на песню группы SSS, а точнее ее саб-юнита Evolution. Это 5-й саб-юнит, насколько я помню. В них вообще не ровен час и запутаться можно, потому что слишком много саб-юнитов, очень много девчонок, ну и так далее и тому подобное. В общем, у них в октябре 2023 года вышел альбом под названием Mujuk, или как так он читается, и на нем заглавка была песня Invincible. Я ее пропустил, потому что, повторюсь, запутаться можно легко, но у меня есть boosty.to/sudakov. Заходите, подписывайтесь, поддерживайте меня там, мне будет очень приятно и канал очень полезен. Так вот, на этом канале у меня есть спонсоры, которые каждый месяц выбирают, на что бы мне отреагировать. Не обязательно из нового, хотя желательно из этого, но не всегда. Вот в этот раз они решили, что я зря, видимо, пропустил песню Invincible от группы Evolution, SSS Evolution. Сейчас я на нее отреагирую, но, разумеется, перед началом поблагодарю людей, которые меня поддерживают на этом самом бусте. В особенности Шуру, Антона Балютиса, Илью Просина, Горш, Евгения Ерина, Дениса, Анастасию и Александру. Ну что ж, у нас есть две версии. Есть обычная версия, обычный клип, и есть перформанс-версия. Посмотрим и то, и другое, и третье, я хотел сказать, но передумал. Готовы? Я готов. 3, 2, 1, поехали. Почему-то не звука. Скорее всего, это какая-то проблема у меня, да? Да, это у меня какая-то проблема. Хорошо, сейчас разберусь, почему у меня нет звука. По какой такой причине. У меня нет звука. А, вот теперь есть. Ладно, хорошо. Сейчас он появится. Давайте. 3, 2, 1. Поехали. Что-то очень космическое. Хотя бы скорость у меня нормальная. Да. О. Интересно, насколько будет танцевальный припев. Громковато, сделаем потише для меня. Ну... неплохая танцевальная вещь, которая почему-то очень удаленно похожа на Луну. Очень удаленно. Только вокал другой, и мелодия местами другая, ну и так далее. Но почему-то легкое напоминание имеется. О, девочки что-то паяют. Молодцы. Песня то спокойная, то бодрая. Местами похожа на Drum & Bass какой-нибудь, но... не могу сказать, что меня сильно цепляет этот припев. Он нормальный. Девчонки хорошо танцуют, опять же. В целом, тот факт, что они поют очень высокими голосами здесь, меня особо не смущает. Хотя, хотелось бы чего-нибудь пониже чуть-чуть. Тут еще сильно обработанный голос. Клип, да. Песни, пока не особо. Очень много таких синтов-падов. Они не так, чтобы успешно славились друг на друга.
То есть, ну, не то чтобы это... Знаете, бывает такое, что прям шумно. Здесь не тот случай, наверное, но все равно какой-то гармонии я от этой песни не получил, честно говоря. Ну и в целом, давайте на чистоту говорить. Пока мне не по пути с композиторами Triple S, ну вообще никак. Мне ровно одна песня понравилась, Generation. Все остальное вы видели уже 1000 раз. Я такой, ай-яй. Типа, допустим. Но меня просили, я реагирую. Давайте, перформанс-версию. Это прям перформанс-практика, только с нормальным звуком. Я не против такого. Хотя какой-то чудовищный засвет от приборов. Интересный элемент хореографии, когда они так ногу на весу держат. Здесь вот этими звуками фоновыми композиторы стараются создать ощущение какой-то таинственности, волшебства. Слишком сильно осветительный прибор. Когда девчонки к нему близко подходят, у них лица прям засвечиваются. Но это перформанс-видео, можно не обращать внимания. Явно не студия о чем. Какой-то прям сильно выделенной мелодии я здесь не обнаружил. Ну, то есть она, конечно, какая-то есть, но такая не сильно доминирующая. Это может нравиться, может нет, мне не особо. Ну, девушка спереди мне симпатична по части их хоряги. А вокалы здесь, честно говоря, забрать сложно, кто что поет. У них очень усреднены голоса, к сожалению. Это тоже небольшой плюс. Они очень много поют хором. В этом идея, конечно. Опять же, слышите, насколько сильно обработан голос? Прям очень сильно. То же самое. У них голоса практически одинаково звучат. Ну, не один в один, но... Я бы, честно говоря, предпочел послушать настоящие живые голоса. В общем, я, наверное, все сказал. Не захватила меня магия этой песни никак почему-то. Ну, ведь не получилось. Не смогла, как говорится. Но ничего, ничего. Может быть, когда-нибудь у Triple S или ее одного из сабьюнитов появится песня, которая мне наконец-то понравится. Так же, как Generation, которую я считаю очень клевой. Вполне себе. Там как-то атмосфера, и вокал разный совершенно, и видео хорошее, и перформанс клевый. То есть там все как-то вот сложилось воедино, да, и удалось. Здесь пока немного не то. Но напишите, что вы думаете. Может быть, вам как раз эта песня дико понравилась, и вы считаете, что это супер-пупер офигенно. Я просто ничего не понимаю. Вдруг всякое может быть правильно. Все, благодарю. На этом все, пожалуй. Благодарю моих спонсоров на Boosty. Не забывайте, Boosty полезный канал. Там меня можно поддержать. Всем пока.